Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Я в данный момент сижу практически в середине своей комнаты, где у меня находится основная часть орхидей, практически под люстрой. Вот эта вся бригада ух, которую вы видите сейчас на полу, и некая часть еще здесь стоит на столике у меня на рабочем справа, это орхидеи с второй полки стеллажа. Вот она, видите, эта полка, она пустая. Я ее обрабатывала хозяйственным мылом. Во вчерашнем видео я говорила, что у меня завелся некий враг, который попортил мне три мои орхидеи. Но, вернувшись назад на 4 года, то есть у меня есть некий альбом «Мои орхидеи» на компьютере. И вернувшись назад на 4 года, я увидела точно такую же фигню на листьях. То есть это уже было, понимаете? И насколько я помню, что я в тот раз обошлась обыкновенно хозяйственным мылом. Это 4 года назад, то есть я натерла на терке хозяйственное мыло, развела его в теплой воде, потом вот эту вот кашу, вот эту вот кисель такой, разбавила 50 на 50 с теплой кипяченой водой и опрыскивала свои орхидеи. Они были, конечно, очень некрасивого такого цвета, в смысле листья, они были с толстым белым налетом, но я тогда избавилась от этого врага. Трипс ли это, клещ ли это, спасибо всем, кто написал. Но вы знаете, как-то вот проскочили, да, и сегодня я пришла с работы и, оглядывая свои орхидеи, осматривая, ну, я решила так потихонечку обрабатывать, вот не то, что обрабатывать, а такой, знаете, профилактический осмотр делать, где какие капли, где какое что-то там есть, просто осмотреть. Вот я осмотрела вторую полку стеллажа деревянного, и, вы знаете, замечен никто не был. То есть орхидеи находятся в замечательном состоянии, никаких нигде капель нет. Единственные капли были у легата пилорик трилипс. Вот он стоит, красавчик, да? Но у него капельки были на цветоносе, потому что он находится в стадии бутонизации, он готовится к цветению. У него были там 3 капельки такие сладенькие. Это как бы нормально, да? Вот, значит, по поводу фуфанонного. Знаете, я вчера опрыскала одно растение, и мне было так фигово после этого, мне сегодня ночью было так плохо, реально, у меня даже у собаки, понимаете, собака, я это делала в ванной, и потом я дверь закрывала, да, и, казалось бы, одна орхидея была обработана, но у меня у собаки был сухой нос, и собака просто реально вот так вот, я думала, что она просто крякнет. И, в общем, я приняла решение, что я не буду травить никакими химическими препаратами свои орхидеи. Все, харе, набаловались, ну, его, как говорится, калаху, потому что у меня нет балкона, у меня нет какого-то участка, чтобы я могла вынести. Я же все-таки в социуме живу, да, я же не могу к подъезду вынести свои орхидеи и там их прыскать фуфанонново или фитовермом, или еще чем-то там, это, понимаете? У меня есть Настенька, которая аллергик. И я подумала, нафиг мне это вообще все надо, будем продолжать дальше. Вот сегодня, кстати, я протирала листья водкой, опять повторюсь, протирала я их не для блеска, а для возможного устранения каких-то, может быть, маленьких неприятных врагов, которые находятся на листьях орхидеи. Ну, просто чисто для профилактики. И так как орхидей-то много, да, я протираю, в этот момент я думаю, ну, посмотрю, что там происходит на YouTube. Я включаю видео, и Ирина, привет, в этот момент протирает листики салициловым спиртом. Респект, это на самом деле клево, да, я даже Ирине написала, что протираем дуэтом, то есть так, я понимаю, что это было в записи, но получилось так, что как будто бы мы протираем дуэтом, Ирина у себя дома, я у себя дома, вот, и, значит, буду
только натуральными. Сейчас буду испытывать один, значит, посоветовала мне одна женщина, ну, живущая в нашем доме, пожилая. Я с ней встретилась, она говорит: как дела, у тебя так много цветов, такие красивые. Я говорю: вот какие-то там паразиты появляются. Она говорит: не занимайся фигней, вот, вот тебе, пожалуйста, берешь отцветшие соцветия календулы, 50 на 50, например, полстакана соцветий календулы и полстакана кипятка, завариваешь, потом процеживаешь и этим раствором опрыскиваешь свои растения. Очень хорошо помогает. Вот, вот это вот я попробую обязательно. И сегодня такое случилось некое чудо-не чудо. Мне моя старшая дочка, которая, многие знают, она собиратель антикварных вещей, она антиквар, и она, у нее есть некая такая коллекция винтажных духов. То есть до советского, постсоветского периода. И она мне периодически подкидывает духи. Ну, не то, что потому что я даже выклянчиваю ее. И я ей говорю: Ириш, вот у тебя есть вот такие духи? Помнишь, такие вот у меня были духи 91 или 92 год с голубями? Она говорит: мам, у меня есть, и как бы... Я могла бы их тебе подарить. Я говорю: Ир, подари, пожалуйста, мне так хочется. Я просто помню, как я их любила. Ну, это тогда как раз были вот Флема, Фиджи, такие вот, да, в ходу. Хорошие Маженуар. Вот это все было клево. Ну, Маженуар — это вообще убойный вариант, вечерний такой, в театр, куда-то пойти на дискотеку, на свидание и прочее. Вот. И Ира мне привезла эти духи, и когда я достала их, я сейчас покажу эти духи. Многие женщины, кто жили в советский, постсоветский период, вспомнят эти духи. Вот они, видите? Вот Нина Ричи, вот такие вот духи. Это оригинальные духи. То есть это не подделка, это оригинал. Как говорится, фуфла не держим. Вот такие вот классные духи. И когда я распечатала, видите, даже коробочка она такая вот. То есть она у кого-то хранилась. Вот в таком состоянии была запечатана. Вот такая коробочка. Но пузыречек как бы в хорошем неизменном виде. Вот эти духи. Вот они эти духи. Вот они эти знаменитые голуби. Да. И когда я распечатала и так вот себе на запястье пшикнула, я говорю: нет, Ир, я ими душиться не буду, потому что что-то уже не то. Она говорит: мама, ты вот, ты распечатал духи, ты. Я говорю: ладно, оставь, я буду душиться. Ладно, долго я балакаю. В общем, дело в том, что я эти духи, вообще это духи для блондинистых женщин, для блондинок. Но было время, когда как бы вот такой вот, я даже знаю, где, помню, где мы их покупали, когда у меня был свадебный бизнес, в салоне для новобрачных их продавали по талонам для новобрачных. И мы их там, девочки были знакомые, наш знаменитый салон для новобрачных московский, все его знают. На улице Тимирязевской, вот мы там занимались свадебным бизнесом, платье, флёр-д'оранж, головные уборы, перчатки и прочее, прочее, прочее. И вот такие вот, вот духи, значит, вот, ну, не знаю, вот я их любила. Сейчас они меня уже не прикалывают, как говорится, не торкают. Что-то вот не то, как-то это, у меня сейчас другая тема, другие мне сейчас больше нравятся цитрусовые ароматы. Вот, в общем, я ей сказала: Ир, все, оставляй это. И, значит, вот прошло буквально, это было где-то март-апрель. Тут Настя говорит: мам, ну она все-таки девушка, да, 15 лет. Она говорит: мам, я хочу какие-нибудь духи, уже вот не там такое вот как бы детские варианты, а хочу духи, ну, чтобы там вот как куда-то идти, чтобы немножечко так вот за ушками помазать. И Настя начала ими пользоваться, и я как-то даже не обращала внимания. И сегодня вот эта вот тема у меня, значит, борьбы со всякими вот этими паразитами, да, и вот эта тема водки, от которой я просто уже дурею, на самом деле.
Вот, это вот водка, которую я переливаю сюда, ну, вот, значит, водка-то выветривается, а запах-то все равно есть, понимаете, как бы не очень, не комильфо. И, в общем, вот я сейчас даже подержала их, у меня прямо руки пахнут. Настя, собираясь к подружке в гости сегодня, у нее есть очень хорошая подружка, девочка, ну, припшикнулась вот этими вот духами и ушла. И такой, знаете, флёр остался вот так, да, такой тонкий флёр. И я вот это вот сижу, натираю листья водкой, и тут у меня очень развито обоняние. Вот, понимаете, у меня просто вот всё ассоциативно. И тут я врубаюсь то, что нужно мне, и, может быть, кому-то из вас, для того, чтобы бороться, может быть, не то, что-то прям победить, конечно, вот так, я громкие слова такие не буду говорить, но вместо водки можно использовать другое средство. Конечно, не французские духи, да, дорогущие, а есть средство и из нашего пионерского детства. Вот я завтра это средство хочу поехать купить, потому что оно не везде продается. Это, можно сказать, тоже винтаж каким-то образом. Но это именно то, вот я уверена просто, что поможет на каких-то начальных стадиях борьбы там с какими-то, не знаю, летающими неприятными насекомыми. Я, кстати, сегодня еще провела утром такой эксперимент. Как-то ранней весной я читала статью, даже у себя в группе ее публиковала, по борьбе с трипсами. Вот. Я вернулась к этой статье. Тоже вот такие ассоциативные, знаете, восприятия. И я еще разговаривала вчера со своей приятельницей Мариной Мельниковой, ее многие знают. Говорю: Марин, ведь трипс, вот эти вот липучки, которые развешиваем мы там от мух, или там вот желтые еще такие сейчас бывают новомодные, такие в Ашане продаются. Трипс, он не признает желтого цвета, ему желтый цвет вообще пофиг, но он обожает синий цвет. И если налить воду в синюю тарелочку, то если есть трипс, обязательно он там утопится. То есть это для него вообще кайф. Синий цвет, он просто туда как маньяк на синий цвет идет. А у меня я покупала тоже весной на отбивные мясо свинину. И в такой очень оригинальной упаковке, типа знак качества, такая пластиковая штука. Такого вот сочного цвета, такого кобальтового, синего. И я ее сохранила, думаю, какая прикольная плошечка такая, ну-ка я ее сохраню, там еще на дне такой большой знак качества. И я утром сегодня эту плошечку достала, там, где у меня стоят все мои боксики, и налила в нее воду и поставила на батарею. Вы знаете, вот сейчас вечером, сейчас на часах у нас 19:30, по-моему, сейчас я гляну, ой, уже 20:00, о, как время идет. Пока не замечено ни одного убиенного трипса. Так что я буду наблюдать, я буду что-то обкумекивать, но в данных условиях, при наличии ребенка аллергика и собачки чихуахуа весом 1,8 кг, и я тоже как бы реагирую на все эти отравы, потому что мне тоже от них не очень приятно, я после них себя чувствую, я не буду пользоваться, не опрыскивать, во всяком случае, актары, да, замачивать, да, можно. Но вот эти вот опрыскивания фитовермом и еще я забыла, еще на, я вот пшикала тогда эти подростки, ну, я не очень запоминаю вот, да, название. И вот вчерашний вот этот фуфанон новый, это просто, знаете, как вот это от Геббельса привет. Реально просто. Да, нет, все, я больше не буду. Ну, может быть, где-то чеснок применю, не знаю. Но вот такого вот, чтобы прям вау, на пасти я не вижу. Во всяком случае, все под контролем, рука на пульсе. Еще сегодня на работе в тихий час мы там собрались на лавочке. На солнышке сидели с коллегами, разговаривали, ну, там коснулись темы орхидей, все знают, что я сумасшедшая
про орхидеи, значит, заговорили там. Одна женщина рассказывала, что у нее 7 лет сидела орхидея, то есть кусок цветоноса и пень, и вот она у нее выдала цветонос и расцвела огромными фиолетовыми сиреневыми цветами. Еще одна женщина рассказывала, что видела у одной знакомой, у нее орхидеи растут в земле, но, скорее всего, это не земля, это орхидея купленная, которая посажена вот в торф, да, в торф и мелкую кору. Ну, в общем, вот, и коснулись тоже вот темы вот этих вот паразитов и прочего, прочего, прочего. Так, мне звонит Лена Алеудинова, наверное, что-то важное. Вот, ну, в общем, на этом я буду заканчивать, дорогие мои, вот, и не бросайтесь меня тапками, что вот там у кого-то погубили трипсы, коллекцию орхидей, вот, девчонки, я всем очень сочувствую, но у меня сейчас, на данный момент, не такая вот, знаете, как эпидемия, то есть, еще раз повторюсь, я держу руку на пульсе, все под контролем, орхидеи все просматриваются, а, да, к чему я вела с коллегами? Меня спросила, Света, ты будешь смотреть это видео? Я не то, что пошутила, но я не могу так немножечко преувеличить. Меня Света спросила, сколько ты времени тратишь на уход за орхидеями? Я говорю, ну вот бывает там в 7 часов сажусь и до часа ночи. Она говорит, о, нифига себе, нафиг вообще это все надо? Нет, на самом деле не так много. Это вот там, например, с 7 до часу ночи, это когда какие-то вот мох я перебирала, какие-то вот там замачивания бывают, вот по уходу, да. А вот сегодня, например, вот посмотрите, сколько орхидей стоит, я их считать не буду. Ну, если в 3 ряда по 7, получается где-то 21, плюс у меня вот эта вот симпатичная, господи, как тебя не маздывали, а не помню, ладно. Вот, ну, где-то 24 орхидеи, да, вот стоят на одной полке, примерно. 21, ой, извиняюсь, 22 где-то орхидеи, получается. Ну, где-то больше, на нижней полке больше стоят, потому что там малыши. Ну, это немного времени занимает. Вот я пришла с работы, ну, час-полтора, вот, бегом кругом. Так что ничего в этом страшного нет. Абсолютно ничего не вижу. Также и утренний осмотр занимает не так много времени. Глазками пробежаться, тем более, кто давно с орхидеями, знает, что орхидеи и мы связаны на каком-то ментальном уровне. И обязательно мы подходим к той орхидее, которая в данный момент требует каких-то мероприятий. Это волшебство на самом деле, да. Но это так и есть. Тоже прочитала статью некую, что женщина одна пишет, как на днях, что у орхидеи нет никаких чувств, орхидеи ничего не чувствуют, орхидеи ничего не понимают, что это, как и все растения, обычная трын-трава. Я с этим не согласна. Я считаю, что орхидеи живые. Я считаю, что у них, как и у любого существа, будь то человеческого рода племени или будь то произрастающего в виде, вот как бы по друидским меркам, да, все растения – это живые существа. Вот. Так что вот так, что-то я такое набалакала, накалякала, но я смотрю на время, для того, чтобы мне не выйти за рамки 25 минут, когда, значит, закрываются все дела, значит, типа режьте, монтируйте, мне этим заниматься некогда. Потому что еще и как бы есть какие-то домашние дела, хлопоты, которых тоже немало, и надо готовить ужин. Я сегодня хочу Насте приготовить очень вкусные котлетки с куриным, из куриного мяса, из куриного филе, прокрученного на мясорубке, и с кабачком, такие сочные, очень вкусные котлетки. Света, не смейся, я знаю, что будешь смотреть. Ты сегодня обсуждала как раз каналы, которые готовят из кабачков лепешки. Ты сказала, мы это делаем каждый день. Но я этого показывать не буду, я просто как бы говорю, что чем я буду заниматься. Кстати, вот посмотрите, расцвела вот эта вот орхидейка. Так мне никто точного названия ее не сказал. Посмотрите, какая она красавица. Посмотрите, вот такая сплющенная, вот такая вот красивая. Она и кремовая, она и, ой, что творится. И вот такие вот у нее защипы, видите? Вот это вот ее натуральный такой вот, так сказать, формат. Вот такая вот красивая орхидея. Одной рукой не могу сфокусировать. Все, дорогие мои, на этом я буду заканчивать. Пойду балакать с Леной Алеудиновой. Что-то опять видно, какие-то приятные новости.
Желаю вам всего самого доброго, здоровья вам и вашим растениям, и солнце в душе. В московском регионе идет ливень. Лето кончилось. 2 дня тепла и аривидерчи астаманьяна. Возвращаемся опять в осень. Я вас всех люблю. До свидания. Всегда ваша Бокова Наташа.